ваша республика уже сегодня приобрела определенный кластер, именно производственные, связанные с высокими технологиями. В нашу область сегодня заходят такие крупные игроки в виде как работодателей. Это «Газпром», это «Роскосмос». Вы знаете, что у нас строительство космодрома ведется. И тот опыт, который сегодня мы оценили в виде вашего лицея, который ведется и по другим направлениям, он на самом деле очень достоин уважения. У вас очень высококачественно получают сварщиков, многие другие рабочие профессии, которые очень сегодня востребованы на Дальнем Востоке. Почему? Потому что через нас пройдет такой крупный проект «Сила Сибири», газопровод. У нас будет продолжено строительство двух заводов. Это газохимические и газонефтеперерабатывающие. То есть это порядка 25 тысяч новых рабочих мест. Тот опыт, который сегодня возможен, есть в Чувашии, который нам презентовали, который сегодня оценит председатель правительства. Мы были рады бы, если бы он распространялся не только в вашей республике, но и за ее границами.